Всем привет! И это мой влогмас второй, скорее всего, потому что первый я уже сняла, но у меня еще даже не в монтаже, поэтому я надеюсь, что влог выйдет с вторым. У нас суббота, мы у бабушки находимся. Вот, и сегодня у меня будет довольно скучный день, интересный, я так думаю, и поэтому я снимаю для вас влогмас. Вот, сейчас у меня, по идее, должны были какие-то уже курсы по информатике, но мне никто не скидывает ссылку на Zoom. Вообще, я должна была ехать в школу, но нам сказали, что будет по Zoom. Я очень... Надо учить мне сегодня... На чем? Потому что мы все задания уже, в принципе, обсудили химию, поэтому... Такие дела. Вот, поэтому сейчас пока что до курса буду читать химию, учить что-то такое. А потом, если мне что-то будет, я надеюсь, что их вообще не будет, правда, потому что уже, типа... Они должны были начаться 5 минут назад. Так, вот. Итак, короче, курсы у нас так и не начались. Вот, зато я сделала химию. Вот, еще я, типа, когда я делала работу над одной из самостоятельных, у меня было направление неправильное, я такая... Почему неправильно? Потому что мне сказала мне то, что мне неправильно поставлено сюда там. Я такая, ок. И сейчас, когда я сидела, разбиралась, я решила просто проверить, типа, самостоятельно, которые неправильные. Вот. Просто-таки это. И я разобрала. И я такая смотрю, ну все правильно. Почему неправильно? Я все равно поняла, пойду к ней и спрошу у нее вообще насчет этой самостоятельности, этого уравнения, почему она неправильная. Я голову. У меня через 2 часа надо идти на ногти. Вот, поэтому сейчас мы будем с вами краситься. И все. Смотрите, у меня... Кстати, я не помню, говорила ли она с вами в канале, нет, но я переделала себе скрытое окрашивание, то есть она покрасила, и раньше она у меня была где-то вот отсюда, или, наверное, даже вот так. Нет, наверное, вот так вот. И теперь у меня вообще вот таким. Ну, короче, вот такие дела. Вот, сейчас будем краситься. Вы просто не представляете, как на улице классно. Реально очень тепло на улице, очень много снега, вот видите. Вообще классно, реально не холодно вообще. Я думала, это будет очень холодно, но ветер, ну, кстати, теплый. Вот, мне прям тепло, знаете ли. Вот, поэтому все хорошее, у меня волосы там, правда, в лицо. Но ничего страшного. Вот, короче, я сейчас иду на ногти. Вот мои ногти, да. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it... Сейчас очень классно атмосфера на улице. Много снега, просто капец. Причем не было весь декабрь, и он тут выпал. Вот, наверное, на последних неделях. И просто на каждом шагу все лепят снеговиков. Я вот иду, наверное... Минут только 5, даже может меньше. Я уже, наверное, снеговика 4-5 видела. Итак, я наконец-таки сделала ногти просто. Посмотрите, очень классно. Очень смешно со снегом, конечно. Но вообще супер. Мне нравится. Вот такие вот миленькие, супер миленькие ноготочки. Конечно, все черное, но зато с белыми ногтями. Кстати, погода вообще не изменилась, как было тепло, так и осталось тепло. Единственное, когда я сидела на ногтях, выглянуло очень классное солнце, я такая, это что, весна? Вот, ну, короче, я просто думаю, надеюсь, что когда я выйду, будет такое солнце, но его нет. Ну, ладно. Вот, сейчас у меня в планах пойти в ТЦ, потому что хочу купить себе шарф, купить подарки друзьям на Новый год. Да и не только друзьям, вообще всем. Итак, мы с Викой пришли в ТЦ, почти пришли. Вот такие дела. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Итак, я купила Ире подарок. Наконец-таки. Минус 700 рублей. Понимали. Сейчас идем покупать мне консиль. Метро. Смотрите, какой закат. Супер классный. Вики ногти через час. Я купила себе консилер.
Я покупала его давным-давно, но я, по-моему, купила себе другой, потому что этого не было. Теперь опять купила этот. Зеваш оттенок 01N, если кому вдруг интересно. Вот, короче, все, идем, едем домой. Мы приехали в Макдональдс. Я так давно не была, правда, честно. Я наконец-таки взяла заказ Вика. Думаю, что она поставила ногти, но нет. Ничего такого нет. Мы потратили 113 рублей на миллион стикеров Монополия. И на с вами снова только. Дима Масленников. И да это все, моя давай. Команда. Все, мне уже один открыл, там куда-то гольф быстрее. Быстрее, да. Тяни. А, фак, тяну. Это в другую сторону. Опа. Что это? Магазин промокодов. Промокоды. Да, стой. А, еще один. Магазин промокода, давай, ты посмотри. И раз. И... Магазин промокода. Мы выиграли квартиру. Вы что? Ничего вот нет. Вот смотрите, это же какая-то школа. Мы потратили целых 113 рублей. Да. Ничего нет. Пьем кофе, идем домой. Вики, он ночью через 20 минут. Нам еще идти где-то столько. Ладно, нет, ну короче. Ё-моё, мне в сапог прям снег. Ой, прям в сапог снег попал. Проблемка такая небольшая. Я уже выпила свой кофе. Отвела Вику на ногти, поэтому сейчас иду домой досматривать пацанки неизданные. И есть то, что я заказала в Макдональдсе. Вот, поэтому... Merry Christmas, девчон Тати. Не рассказывала, по-моему, вам это, но, короче, мне еще в понедельник идти в школу химию сдавать, потому что мне... Короче, мне надо идти на химию, чтобы оценку четверти мне она поставила. Поэтому, кстати, я еще не закрыла четверть. Вторую, как я хочу, прям идеально. Поэтому такие делишки. Я отмерзла рука, поэтому всем пока. Я пошла домой. Ага. Вы просто посмотрите, что за Merry Christmas. Я хочу пойти сюда погулять и сфоткаться обязательно там. Просто Merry Christmas, девчонки. Знаете, так классно, когда в детстве я каталась на той горке, которую вы сможете видеть. Скатывалась оттуда, гуляла там с сестрами, с дедушкой, с бабушкой. А теперь там катаются другие люди, другие дети. Это так классно. Но с другой стороны, типа, там уже очень много, мне кажется, поколений катается. Реально, вот типа, ну, не просто меня тоже туда отвели. Вот, ну короче, с одной стороны очень классно, с другой стороны, очень быстро время прилетело. Прям капец как быстро. Типа... Сегодня мне в приходе маскара в ТЦ спросили, если мне, ну, сколько лет, ты сказала, что мне 14. Чел, мне 15. Я сказала ему, что мне 14 лет, она такая, ой, 15. Ну, короче, он сказал, что нельзя без сопровождения взрослых. Но у нас была мама в ТЦ, поэтому, слава богу, мы прошли просто через продуктовый и все. Ну, хотя вообще можно было, мне кажется, без родителей просто прийти через продуктовый, но это такой лайфхак небольшой. Но не слушайте его, потому что я потом буду виновата, что я вас учу плохого. Не надо. Итак, я уже дома, я надеюсь, что мой бургер не застыл. Ну, нормально, кстати, сейчас потом поедем, он тепленький. Очень, конечно, там сахар, салфетки. Такие дела. Итак, я уже встретилась с Викой, я забрала ее с ногтей. Пришли на обувь, просто гулять. Я вчера купила себе вот такой вот супер классный сырок. Мне он очень понравился, что он такой минималистичный. Сейчас мы будем пробовать и смотреть шоу. Скажу вам, как вообще, что понравилось мне или нет. Давайте откроем. Реально? Это обычный магнитовский сырок? Типа, я думала, это типа, ну, как бы, сырок не от магнита.